С 15 октября 2018 года на Первом канале начнется премьерный показ телесериала «Светлана. Дочь Сталина». По предварительным данным, фильм состоит из 8 серий, содержание которых вы сможете узнать на нашем канале. Драма кремлевской принцессы Светланы Аллилуевой, дочери всесильного вождя всех народов, она была лишена материнской любви и ласки, зато в избытке хлебнула отцовской строгости. Она трижды меняла имя, вероисповедание, четырежды была замужем, родила троих детей, которые отреклись от нее, дважды эмигрировала из СССР, несколько раз уезжала и возвращалась в США, жила в Грузии, Швейцарии, Англии, во Франции, написала несколько книг, но до конца жизни осталась для всех дочерью Сталина. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.